Приветственный кусим вам, мои дорогие любимые коты и кошечки. Вы на канале Константина Якушева, я Черная Пантера, автор ведущий данного игрового канала. И добро пожаловать в нашу семью кошачьих любителей видеоигр. Итак, друзья мои, сегодня я принес вам игру, которая называется The Bridge. Хорошая игра, вроде как от нее многие вообще в восторге, тащатся, кайфуют. И я что-то подумал, брать ее на сотку, не брать ее на сотку, что-то пока решил отложить. То есть она, конечно, вроде бы прикольная, веселая, но мне в данный момент как-то не настроен я решать головоломки, если честно. То есть хотелось бы, конечно, но мозг пока загружен все-таки другими проектами и другими делами. Но давайте посмотрим на игру в нереальной сотне, посмотрим, что она из себя представляет, расскажу, что мне в ней прям понравилось, не понравилось, ну и поделюсь своим мнением, как всегда, в конце. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе. Включайте мой летсплейчик и желаю вам приятного просмотра. Ну а перед тем, как мы начнем, как всегда, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому летсплею и оставить комментарий, когда посмотрите. Мне будет очень приятно. И помимо этого, ваши комментарии, подписки и лайкосики помогают мне в продвижении и мотивируют меня снимать еще множество качественного контента. Поэтому не проходите мимо и помогите, пожалуйста, мне в развитии и реализации. Хочу поблагодарить всех своих спонсоров с Boosty, моих дорогих и любимых котов и кошечек, за то, что вы меня финансово поддерживаете. Ваша финансовая поддержка дает мне огромнейшую мотивацию стараться лучше, больше и снимать для вас еще множество качественного контента. Также я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержит меня донатами на карту Сбербанка и на Donation Alerts. И хочу поблагодарить каждого своего подписчика, кто на меня подписан на сегодняшний день, поддерживает лайками, комментариями, просмотрами, активностью на канале и много чем остальным. Помните, друзья мои, то, что ваша активность на канале, ваши лайки, подписки и финансовая поддержка дают мне огромнейшую мотивацию стараться лучше и улучшать качество моего контента. Вот. Ну и прочитайте описание под этим летсплеем, там будет видно много полезной информации. В общем, приятного просмотра и погнали. Значит, смотрите, перво-наперво, что мне не понравилось, то что здесь нет никакого, ну, не объяснили игроку, как что делать. То есть управление, например. Громкость музыки, очистить сохранение, вибрация включена, язык русский. Так, регистрация наклона инвертирована. Ага, вот, то есть здесь нету никакого объяснения управления, абсолютно никакого. То есть я просто сейчас покрутил туда-обратно кнопочки и в итоге додумался то, что R это поворачивать направо, L налево. Вот, и ходьба, естественно, осуществляется на левый аналог. Вот. Как-то так. А я вообще правильно иду или нет? Нет, я, по-моему, вернулся к тому же дереву. Серьезно? Слушай, а может мне сделать так, что все яблоки попадали? Мне прям любопытно. Может быть, тогда у меня прохождение начнется, нет? Так, так. В принципе, слушай, по-моему, игра работает в 30 FPS. Вроде бы, я не уверен, что это 60. Хотя, может быть, 60. Я, короче, не уверен. Я прям, вот серьезно говорю, я прям вообще не уверен. По ощущениям, как будто 30. Стабильный 30. Либо это просто стиль игры такой, то что он играется неспешно и создается такое ощущение. Так, что у нас есть? Достижения есть. Мыслитель, академик, еретик. Зеркальная глава, перейти мост. Поймать неприкованный, падать через 30 секунд, мотыльки. И тут, наверное, будут все достижения. 20 достижений внутри игры есть. Если вдруг кому-то нужны достижения, соответственно. Сила двигаться вперед. Ну, естественно, L или R. Чистое сияние разума. И дом. И дом. Так, тут у нас ничего нету. Это что, глава типа первая, да, у нас будет? Глава первая, загрузка. Но поначалу здесь будет, скорее всего, все достаточно просто, беспроблемно. Будете как-то разбираться, а потом уже задачки пойдут сложнее. Намного прям сложнее. Но, в общем-то, если любите хорошие головоломки, я прям рекомендую, ребят, в нее поиграть. Потому что я сам в нее вообще никогда не играл. Но я очень много слышал от людей восторженных отзывов, как же им нравится вот эта вот игра, как же она вот прям помогает мозг развивать. И очень интересная. Так, чердак. 1-1, чердак, загрузка. Thank you.
Нажмите А для продолжения. Нажали. Так, сейчас нам будут объяснять, наверное, азы, да? Чердак. Я так понимаю, мы, наверное, не должны как-то прям очень высоко падать, наверное, да? Если мы упадем высоко, мы, скорее всего, умрем, да? Так. Ну-ка, погоди-ка. Так, а если я сейчас вот здесь попробую? Мне прям любопытно будет, если я сейчас вот здесь пройду. Так, ну туда мы не пройдем. И здесь мы не пройдем, но у нас есть вот тут проход. И что он мне даст сейчас? Вернее, не проход, а то, что я встал вот сюда. То есть я не могу прыгать. У меня есть кнопочка B, я нажимаю вот эта штука. А, это отмотка действий, я понял. Y тоже отмотка действий, X ничего не делает. Так, и как же мне попасть наверх? Я пока чего-то очевидного ничего не вижу. А, подожди. Если я правильно понял, а я вроде бы понял правильно, подожди-ка секунду. Может быть, мне надо это вот здесь сделать? Сейчас, погоди. Нет, не здесь. Есть мысль встать типа на среднюю, на центральную. И попробовать как-то пройти по ней. Но, как видите, не получается. То есть у меня на ней остановиться, потому что она находится как бы на заднем фоне, а я на переднем, да? И зачем мне тогда вот сюда, у меня вопрос? Поупасть просто вниз? Давай. Не, слушай, ну это мозг выносит. Это прям мозг выносит на самом деле. Вот честно вам скажу. Мне вот прям, ну, некомфортно играть. То есть я смотрю и такой, блин, да как так-то? Как так? Как это возможно? Почему это работает именно так? Не понимаю. Выглядит интересно, но все-таки нет. Не мой жанр и не моя игра. Ну, просто считайте, что я тупой, не особо люблю головоломки и все в таком роде. Это, конечно, весело, но не всегда. На такие игры все-таки нужно настроение. Так, у нас появился наконец-то ключ. Теперь нам нужно найти, соответственно, ключ. Сдвинуть. Но если она сдвигается, то это делается вот так, если я правильно понял. Или подожди, а как сдвинуть? Слушай, а, вот, да-да-да, вот так повернули и... Все, вот так аккуратно. Все, тихо-тихо, братан, не суетись. Сейчас пойдем аккуратно. Чтоб ты не упал, не разбился. Так, отлично. Угу. Ну, вот это чуть-чуть более понятно. Чуть-чуть буквально. 1-3, угроза. Загрузка. Загрузки на свече, конечно, долгие, мое почтение прям. О. Так, а мне это уже не нравится. Нам, скорее всего, надо шарик убрать как-то, да? Наверное. Если шарик упадет на нас, скорее всего, мы умрем, да? Более чем уверен, так. То есть мне нужно сначала моего персонажа убрать. Так. То есть поставить его куда-то вот сюда, а затем выкатить шар, чтобы он выкатился вон туда. Ага. И затем получается... Просто спрыгиваем самостоятельно вниз, да? Вот так. Угу. Всё. Глава 1.4, дворик, загрузка. Нажмите А для продолжения, нажали. Так, опять ключ найти надо. И вот эта вот каталка, она мне зачем-то... А! Наверное, надо будет ключ снести вот этой каталкой как раз-таки, да? Давай попробуем. А, подожди, она на цепи.
То есть мне нужно сначала подойти к ней, если я правильно понял. Снять цепи, только после этого крутануть так, чтобы она поехала, сбила мне ключ. Ну, получается так? Наверное. Так, ну, судя по всему, неважно, с какой высоты вы падаете. Ага. Мне даже к нему прикасаться нельзя. Хорошо, а цепь-то? Цепь никак тебе снять, братан. Просто аккуратно вот так. А, нифига. Такс. Мне пока непонятно, как снять с него цепь. Или мне не надо с него... Или подожди, или может это обманка? Может быть, мне не нужно с него цепь как раз-таки снимать, нет? Может быть, я сам могу на ту сторону дойти и взять ключ? Мне всего лишь нужно просто убрать эту хрень с дороги. Хотя, не, мне кажется, нет, вряд ли. Прям очень сильно вряд ли. Что-то я пока не понимаю. То есть я смотрю, и я не могу понять. Если я, допустим, побегу, я, короче, на шар натыкаюсь, и я умираю. А если вот так сделать... Ага, вот так мы сделали. Так, теперь вот так делаем. Ага, то есть да, мне нужно было избегать шар и взять ключ. И теперь мне нужно вернуться обратно. Вопрос только в том, как мне это сделать. Наверное... Опять с вот этой вот половины, да, так же? Типа вот так. Аккуратно и полететь вниз. Вот так, в дверь сразу. Вот так. Ну да. Слушай, в принципе, меня немножко пугает тот факт, то что, ну... Как сказать... У меня такое ощущение, что если я упаду сверху, я разобьюсь. А тут, получается, можно с любой высоты падать, и ты не разобьешься. Ну, в этом есть какой-то прикол, но мозг подсознательно тебе говорит, чтобы ты не падал с большой высоты. Потому что ты играл в кучу платформеров, и в куче платформеров тебе говорили, знаешь что? А ты, короче, давай, братан, не будешь это, ну, с высоты падать, а то умрешь. Ты такой, ладно. Понимаете, да? Так, спираль. Так, тут, короче, есть какой-то подкол, я чувствую, да? Может быть, мне ключ надо вывести? Может быть, мне не нужно самостоятельно что-то делать, а ключ к себе подвести? Типа вот так, вот так. Вот так, вот так. Не-а, он... А, подожди, стой, стой! Сейчас, подожди. Я, по-моему, вот сейчас надо было вовремя подловить поворот. Типа вот так. Сейчас. То есть мы скатываем ключ. Аккуратно. Затем потихонечку, помаленечку делаем вот так. И он начинает закатываться по инерции вот сюда. Я не знаю, правильно я делаю или нет. Может быть, правильно, может быть, нет. То есть будут еще вот такие уровни, где не нужно двигать персонажа, нужно к персонажу двигать какой-то предмет. Будь то какой-то ключ там условный, например, да? Ну, в этом есть какой-то прикол, ладно, но только я чувствую, я сейчас, короче, что-то запорол и... А, нет, все правильно, смотри. Ить, все, я ключ себе сбросил, отлично. Все, открыли дверь. Игра хорошая. Вот на тот момент, что я сейчас вижу, мне нравится, понимаете? Мне прям нравится. У меня немножко диссонанс возникает, конечно, с некоторыми головоломками. То есть я их немного не понимаю, как контролировать и куда, и меня это бесит. Но мне нравится, слушайте. Я согласен с людьми, которые говорят то, что это шедевральная игра. Она будет непонятна. В ней будет очень много затупов, это понятное дело. Но мне нравится. Вот то, что мне сейчас дают, мне нравится. Может быть, когда-нибудь я бы ее и на сотку прошел, но пока что отложим. Пока что пускай будет не в этой жизни. Пока что. Так, если я сейчас упаду сюда, шар покатится на меня, правильно? А если я его уберу?
вот так, например, и встану, допустим, вот сюда. А, нет, подожди, можно я его, знаешь, что сделаю? Я попробую сейчас кое-что сделать. Стой! Стой! Собака! Сейчас. Так, нет, немного неправильно. Если я сейчас... Блин, а я, наверное, зря сюда встал, не правда ли? Или подожди. Не, вроде норм. Вроде норм, но мне сейчас нужно как-то до двери дойти и... Нужно это прям аккуратно сделать, да? Так, ну-ка аккуратненько. Так, теперь вот здесь надо очень осторожно. Прям очень осторожно, чтобы на меня этот шар не покатился. Я предлагаю сделать... Чуть-чуть его подкатить, а потом резко его вот сюда. Нет, вот сюда вали. Вот. Потом я быстро поворачиваюсь, и мне надо выйти, успеть! Вали нахрен от меня! Ай, блин, нет, неправильно сделал. Слушай, может быть, шар тогда надо удержать? Вот тут наверху, например. Наоборот. И может быть, я даже не по нижней половине должен идти, а сверху? Но мне кажется, это немножко бред. Или не бред. Вообще в этой игре, по-моему, все варианты, каким ты приходишь, это ни хрена не бред. А, подожди. Может вот так просто сделать? Нет. Мысль интересная, но реализация дерьмо. Сейчас, подожди. Я попробую еще раз. Нет. Собака, блин. Вот если бы я сейчас прям повернул ровно эту карту, да? И упал бы сверху, это было бы прикольно. Но вот не судьба. Так, а если я здесь сейчас обратно упаду? Так, если я сейчас полечу, я не смогу, да? Или смогу, подожди. А, смогу, смотри-ка. Ладно, ладно, хорошо. Значит, я допер. Глава первая, завершено загрузка. Получено достижение мыслитель. Спасибо. Приятно, черт возьми. Вроде в летсплейчик играю, вроде игру в нереальную сотню убрала, а при этом это... На сотку как-то прохожу, это как вообще? Это что такое? Наконец-то я нашел человека, разделяющего мою страсть к эзотерической математике. Мы решили разработать некоторые мои идеи. С его помощью мои мечты могут осуществиться. Ага. Мой дом, загрузка. Так, теперь главы 2 и главы 3. Мир становится гораздо больше, когда стены стелются полом под ногами. Ну, давай пока что первую дальше продолжим проходить. Как бы смысл лезть дальше, это все равно не стопроцентное прохождение. Оставлю это на ваше, знаете, прохождение. Если вдруг игра вас заинтересует, то сами поиграйте и сами посмотрите и вторую главу, и третью. Вот. Там, скорее всего, загадки жопу рвать будут вообще безбожно. Я предполагаю максимально, так это что, вернуться в чердак? Нет, мы уже прошли его. Вернуться в библиотеку. Ну, у нас библиотека сейчас будет, да? Получается. Давай в библиотеку зайдем. А-а-а, подожди, стой! Не-не-не-не-не-не-не. Я понял. Короче, первая глава, она состоит, получается, из 8 миров, которые я прошел, или из 7, сколько я прошел, сейчас посмотрим. Как только вы это прошли, вы должны выбирать либо уровень, ну, мир 2, либо мир 3, все правильно. Сейчас, вернуться в коридор. Я понял. Я понял. То есть мы прошли первую главу. Или первый мир. Я не знаю, как тут правильно высчитывать. Получается, в каждой главе будет сколько-то уровней. Угу. Я-то думал, что просто надо типа это. Библиотека. Ну да, 7 уровней. 5-6. 6. 6 уровней, да, в первой главе. Во второй главе пока неизвестно сколько. То есть вы их прошли, вы молодец. Теперь у вас открылись типа главы 2 и 3, и там будет либо 6 уровней, либо больше. Давай посмотрим, чем и нет. Кстати, а как мне подняться на этот? Да я не хотел сюда заходить. А!
Я просто аналог повел налево и нажал аналогом вверх, и он зашел в дверь, понимаете? Я даже кнопку А не нажимал. Ну, конечно, загрузки тут очень долгие на свече, мое почтение. То есть мне это прям вообще не нравится, что такие загрузки долгие, фу-фу-фу. То есть это не тот проект, где нужны такие долгие загрузки, вот честно. Вот максимально прям не тот проект. Так. Тихо, стой. Тебе надо как-то попасть. А, слушай, так это просто, ёпт. Я подумал, что-то более сложное будет. Нет, нормас. Глава номер 2, да? Да, глава 2. Поехали, смотрим, что там у нас есть. Что нам предложит игра, так сказать. Интересного и не очень. Но мне пока что все нравится, честно. Я не буду бомбить на игру, потому что я тупой, не понимаю каких-то условных головоломок, например, вот честно. Так, ну тут тоже 6 уровней, судя по всему. То есть мне нравится то, что я вижу, мне нравится, как это играется, мне нравится, какой смысл в этом заложен. И то, что я не понимаю какие-то аспекты, это мои проблемы, это не проблемы игры. Глава 2, уровень 1, воронка, нажмите для продолжения. Так, я так понимаю, если в воронку попадаете, вы умрете, да? Скорее всего, давай проверим. Да. А, нет, подожди. Вы не умираете, но это просто искажает ваше мировоззрение. А, нет, слушай. Ну, наверное, можно сказать, что я умер. Кстати, я не могу выбраться. Давай еще раз. Значит, какой-то другой тактоз, да? То есть, может быть, воронки очень опасные, скорее всего. И они будут засасывать предметы, и эти предметы потом, видимо, не вылетят, да? То есть, видите, я пытаюсь вытащить ключ, и ключ туда попал, и уже все. Вы его, значит, никак не вытащите. Если я туда попаду, я как бы ключ-то заберу, но выбраться я сам не смогу, правильно? Смотрите. Да. Хотя подожди, давай я крутанусь. Смотри, вот я хочу направо пойти, я не могу пойти направо. Он вообще не двигается. То есть я нажимаю налево-направо, он не двигается вообще никуда. Да, и возвращаюсь я потом обратно сюда. В итоге я из воронки выбраться уже не могу. А если я в обратную сторону буду крутиться? Удерживайте кнопку Б. Ну да, в обратную сторону, видите, крутитесь, обратно не вылезете. Ну, значит, короче, воронки, в них попадать нельзя. Скорее всего. Окейушки, будем иметь в виду. Так. Давай еще раз. Мне нужно сначала ключ как-то передвинуть и не уронить себя. Да? Стоп. Ай, блин. Так, сейчас, погоди. Сделаю вот так. Надо ключ уронить. Надо уронить вон туда ключ каким-то образом. Вот, отлично. Так, теперь надо сделать вот так. И вот так. Пускай он скатится ко мне. Ну, давай. Ну. Всё. На выход. Угу. 2-2, пропасть. Ну, ладно, смотрите, это даже разносторонний контент такой. Будут ловушки вот такие, в которые нельзя попадать. Так что, я скажу, вполне похвально. Понимаю, почему многим людям эта игра зашла. Так, что у нас тут? У нас где-то ключ. Если мы пойдем туда, мы умрем. Пропасть. То есть нам нельзя, да? И
Нам нужно забрать как-то ключ. Так, если я падаю, я умираю, правильно? Да. Так бы я и летел вечность. Так. Ну-ка, подожди, а если я как-то сейчас... Ну да, видите, как только в воронку попадаете, все, это смерть. Угу. А если я ее выровняю, прям успею? Не, все равно засасывает, да? Так. Ну, если честно, мне пока не очевидно, что делать. А хотя подожди. Вы заметили, воронка временная? Вот оно что, то есть воронка временная. Она меня потом выпускает из своих объятий. Через сколько-то секунд, понимаете? То есть надо просто дождаться этого. Ага. Ну, оригинально. Оригинально, мне прям нравится. Хорошо, прям сделано, хорошо. Так, и мне нужно успеть. Мне нужно успеть скатиться прям сразу же. О, отлично, отлично. Нет, 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 нет! Сука, здесь, короче, надо прям подрасчитать, понимаете? Если вы неправильно это, то скатываетесь, понимаете, да? Надо сейчас как-то подгадать, предугадать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ху, отлично. Готово. Красота. Глава 2-3. Лев. Алёв. Нажми для продолжения. Так. Ох, ни хрена себе. Но, я так понимаю, вот эта бомба, если я на нее попадаю, она меня также уничтожает. Да? Чего там написано было? Так, а тут, кстати, спираль, видите, вас не выпускает через какое-то время, поэтому это немного неправильно. Или подожди, или выпускает. Не, выпускает только при нажатии на кнопку. Может, мне вот эту херню надо сюда приманить, чтобы она на кнопку прям попала, но у меня не получится так сделать. То есть я могу толкать вот эту хрень. Так, ну вот тут уже, кстати, сложно. Я не понимаю решения. Такое ощущение, что оно где-то на поверхности, но я его не вижу. И при этом мне с кнопки уходить нельзя, потому что это провоцирует эту штуку, да? Блин, я понимаю, что я сейчас, короче, херню натворю, но надо попробовать, знаете как? Вот так... И вот так успеть. Давай, 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 давай. Блин, не успел. Черт. Непонятно. Непонятно вообще. То есть, да, тут бы я, кстати, застрял на этой загадке. Она сложная. Я вот прям смотрю на нее, я не понимаю, что от меня требуется. Угу. Ладно. Давайте тогда на этом закончим. В принципе, посмотрели. Если я сейчас дальше продолжу, это точно уже будет, ну, очень много всего. А я как бы не хочу игру спойлерить. Прям в доталово. Все-таки это летсплей, не стопроцентное прохождение. Слушай, ну в целом, мне понравилось.
Прям довольно прикольно выглядит, интересная идея. Играется приятно, но на свече, конечно, по-моему, 30 FPS, и вот эти долгие загрузки, они, конечно, раздражают. Но в целом, может быть, когда-нибудь я бы эту игру и на ПК попробовал пройти, но не уверен. Поживем, увидим. Спасибо всем, кто посмотрел этот летсплейчик до конца. Еще раз прошу вас не забыть подписаться на канал, поставьте, пожалуйста, лайк этому летсплею, оставьте комментарий. Мне будет очень приятно, и ваша финансовая поддержка, ваши подписки, лайки и комментарии помогают мне в продвижении и мотивируют меня снимать для вас еще множество качественного контента. Благодарю всех своих спонсоров с Boosty, моих дорогих и любимых котов и кошечек. Благодарю всех тех, кто поддержит меня донатами на карту Сбербанка и на Donation Alerts. И благодарю каждого своего подписчика, кто сегодня, на сегодняшний день подписан на мой канал. Кто проявляет активность на канале, лайкает, смотрит, приходит на стримы и все в таком роде. Берегите себя, мои дорогие любимые коты и кошечки. Желаю вам всех благ, всего самого наилучшего. Всех обнимаю, всех люблю. И, как говорится в одном из моих любимых фильмов, увидимся, когда увидимся.